Просевший фундамент дома, завалившая стена времянки и растворившийся в потоке воды сарай. Такую картину можно наблюдать в микрорайоне Самал после обильных осадков. По словам местных жителей, вода пришла внезапно в 11 часу дня, и ее уровень начал стремительно подниматься. Спасателям пришлось выкачивать дождевую воду с помощью мотопомпы почти сутки. Эпицентром распространения воды оказался вот этот дом. Вода большим напором рванула из-под фундамента. Владелец недвижимости Даниил Бердыбаев поначалу грешил на прорвавшийся трубопровод. Мне на работу позвонила мать и сказала, что из-под дома идет вода. Я приехал и подумал, что это питьевая вода, закрыл центральный кран трубопровода. Но давление воды не уменьшалось. Тогда я позвонил в водоканал. Прибывшие на место специалисты сказали, что это не из-за водопровода. Уровень воды начал резко расти. По словам местных жителей, помощь со стороны властей пришла лишь к 5 вечера. На сегодняшний день пострадало от воды в микрорайоне Самал-1 по улице Бектаева 3 жилых дома. По словам специалистов, вода пошла из прорванного подземного трубопровода, оставшейся под землей еще с 70-х годов прошлого столетия. Данная магистраль предназначалась для обеспечения поливной водой дендропарка. Вот наш канал открытый, мы по нему передавали воду дендропарку, а вот сам канал Шимкентский. Он раньше проходил мимо площади Куйбышева и впадал в Кашкарату. Дополнительно трубопровод проводился под землей, вот в этой части города. Вот отсюда и хлещет вода. Уже сегодня городские власти организовали рабочую комиссию для точного установления количества пострадавших. Кроме того, город намерен провести необходимые работы, чтобы предотвратить подобные случаи впредь. Бахром Абдуллаев, Талгат Абдинабиев, Константин Гавшев, информационная служба телекомпании «Утрар».